Была в Германии, много ярких таких событий, которые достойны, скажем так, песни. Но песню я придумал не про то, что я там был в Берлине, про то, что мы там летали на самолете. Знаете, когда приехал домой, я обнаружил Семенова где-то несчастность. Сергею звоню, говорю, слушай, я, похоже, из Германии клещей привезли. Он говорит, как так? Без таможни, без визы. Ага. Я говорю, мысли хорошие. Поэтому, ну а поскольку по всей вероятности клещ меня поймал на аэродроме, то тоже к авиации отношения. Я недавно был в Германии опять. Я люблю опять в Германии бывать. Там живут мои хорошие друзья. Но случилась в этот раз оказия. Ни корову, ни собаку, ни леща. Я привез к нам из Германии леща. Без таможни и без визы, просто так. Контрабандой он пробрался нам, как вора. Просто в ногу впился он. Я и не почувствовал, что на нем был. А ведь почувствовав подвох, я бы крикнул «Шлендехох!» И против контрабанды стал бы надрывать. Я бы понял, если бы наоборот. Отовсюду прет в Германию народ, потому что там красиво и тепло. А чего же его к нам-то понесло? Ведь у нас еще пока не благодать, и своих клещей нам не плевать. И естественно рождается вопрос, а на кой нам нужен лишний кровосос? Может, он от демократии устал и ходить на ей парады перестал. А может, беженцы из африканских мест просто вызвали в нем расовый протест. Не свезло мне выяснить, может, кто-то вытеснит. Захотел болезного из родимых мест. Или, может, что-то там по обмену опытом, в общем, непонятно.